Здрасте, наши зрители. В этот раз я вам хочу предоставить одну из видовых квартир в Алании. Вот. Глазами я вижу крепость Алания так, как вы сейчас видите. Горы тоже так видны. Здесь снизу зелень. Тут ничего не построят. Расстояние до моря максимум 950 метров до воды. Огромная территория. Это один из моих любимых проектов в районе Тосмар. Можно сказать, что с огромной территорией. Одна из таких проектов. Это одна сторона этой территории. Я не буду спускаться. Там огромная территория. Два бассейна. Один большой бассейн. Другой только реставрировали. Запустили. Еще есть третий. Но из-за Айдата его пока не запускают. Два бассейна достаточно, они в той стороне. Здесь зона барбекю, детская игровая площадка, теннисный корт. Под этим зданием сеть магазинов А101, в той стороне маркет Шок. Отсюда напрямую спускаетесь, там маленький уклон 10%, подъема большого нету. Напрямую выходите, и так вот там за этим зданием подземный переход и песчаный пляж района Тосмур. В той стороне речка Дим, до речки Дим отсюда 600 метров, если вот так пойдете. Так, видовая квартира. Балкон. Первый. Минимальная квадратура этой квартиры 115 квадратных метров полезная площадь. Квартира большая. Сама гостиная, там коридор сейчас покажу, где-то общим 35-40 квадратных метров полезной площади. Бытовая техника фирмы Bosch. Silverline вытяжка. Bosch духовка. Плита. Тут тоже вид на море. Окошки не открыл. Так, здесь застекленный балкон. Балкон где-то минимум 15 квадратных метров, да, минимум. 14-15 квадратных метров. Также есть рядом парк. Вот один маленький бассейн, который не запустили. В той стороне два больших бассейна. Здесь снизу беседки несколько. Так, Айдат 600 лир. Будет на данный момент 360 лир, но будет 600 лир. Вот. Вот ту часть как-то можно по-другому что-то придумать. Уютная. 2 плюс 1. Тут 17 квадратных метров полезной площади от стены до стены. У меня есть лазерный измеритель. На месте могу клиентам всем показать. 15-17. Может, 16,5. Так, теплых полов тут нету. Санузел. А это подарок. Так, я редко вижу пешвар. Ну, понятно. Кому-то лень сесть. Второй санузел. Вытяжка тоже есть. Так. И здесь у нас вторая спальня, тоже где-то 17 квадратных метров. Мраморный пол. Высота потолка 265 сантиметров. Также есть сейф в стенке. Лифт. Ну и сейчас я спущусь вниз, покажу вам бассейн, который наверху. Там народ купается. Вот такая красивая, уютная, видовая, просторная, восхитительная. А сторона успешная тоже, да, юго-запад. Планировка как-то вот
Кому-то нравится, кому-то не может не понравиться. Ничего. Ну, пишите там в комментариях. Это, кстати, установили такой мрамор. Там включают печку, и она нагревает квартиру. Это, кажется, привезли за рубежа. Да. Как-то он нагревает. Не сушит. Пишите, дорогие зрители, комментарии. Продается квартира под ключ. Что-то, конечно, надо докупить. Смотрим до конца. Вот такие двери, лифт. Сейчас жду. Может, забыл сказать цену. Цена этой квартиры 212 500 евро. Айда 600 лир. Все, смотрим. Сейчас покажу бассейн. Открыта парковка снаружи. Очень жарко, дорогие, дышать не могу. Проект был сдан в 2009 году. Вместимость в лифт 4 человека. Вот вышел я из лифта. Здесь такой вход. Вот первый большой бассейн, зонтики, шезлонги, фасад здания видели. Там спускаемся вниз, второй бассейн снизу. Территория огромная, такую жару не хочу бегать. Вот смотрите, там с горочкой есть, тоже купается. Тут большой бассейн, беседки, еще одна беседка. Вот такая территория. В той стороне тоже открытые парковки, под некоторым зданием есть скрытые парковки. У нас открытая парковка с этой стороны, три входа. И звоните, жду вашего звонка. Плюс 90 555 064 91 10. Работаю также по запросу, могу найти любые варианты. Реальные. По может, вилла, квартира 1 плюс 1, 2 плюс 1 и тому подобное. Всем пока-пока, дорогие зрители.